Общественный совет городского управления МВД собрался в обновленном составе. Накануне профессионального праздника стражи порядка и общественники обсудили успехи работы ведомства и поставили для себя новые задачи. А гордиться действительно есть чем. На протяжении 3 лет совет принимал активное участие в социально значимых мероприятиях города. Организовав прямую и обратную связь с населением, им удалось раскрыть потенциал работы совета в сфере профилактики правонарушений и обеспечения безопасности граждан. Большое внимание уделялось воспитанию чувства патриотического духа среди подрастающего поколения, пропаганде среди молодежи здорового образа жизни, профилактике проявления ксенофобии, национального, расового, религиозного экстремизма. За 3 года работы общественного совета при участии его представителей проведено свыше 250 акций. Из них более 150 направлено на формирование положительного мнения о деятельности нижегородской полиции. И почти 100 имеют пропагандистское значение. Сегодня начинается новый этап деятельности общественного совета при управлении МВД России по городу Нижнему Новгороду, который начал свою работу в 2011 году. За время работы мы неоднократно обсуждали важные проблемные темы, находящиеся в сфере интересов граждан, общественное формирование работы подразделения городского управления МВД России. Члены совета регулярно проводили встречи с гражданами, работали в качестве наблюдателей на общественно-массовых и политических мероприятиях, участвовали в рейдовых мероприятиях, организованных полицией города. Члены общественного совета не собираются останавливаться на достигнутом. Только за неполный этот год общественники совместно с полицией провели 26 информационных акций и несколько телефонных линий круглых столов. И это только начало. Впереди у активистов много полезной и нужной работы. Стоит отметить, что очередное заседание принесло важные кадровые изменения. Новым председателем совета единогласно избран первый заместитель генерального директора телекомпании «Волга» Александр Резонтов. Ранее данный пост начал работы общественного совета в 2011 году занимал заместитель директора Нижегородского научно-производственного объединения имени Фрунзе Вадим Гребенщиков.